Приветствую всех себя на канале. Сегодня у нас уже второй день пошел, как я посыпал этой вот золой снег. Это я посыпал вчера такое же время, где-то сейчас 4 часа вечера, 5 уже. И вчера я посыпал древесным этим пепелом золой снег. И буквально вот сегодня день, солнце хорошее такое светило целый день. То вот где посыпано, видно, это вот мало тут. Чуть-чуть пыль только попала, так бугорочком таким, а тут вот где рядом больше попало золы, уже снег таки рыхлый, видно, рыхлый растал и провалился немного, а где побольше попало, так уже совсем вот позъедало, сантиметра два где-то съело снега, это за день один, вон пятно видно тоже такое просевшее, даже уже когда пчелы вылезут и сядут на это, снег не рыхлый. Обычно, когда после мороза на такие вот снег пчела садится, она обкачивается в нем и замерзает. А этот снег уже получается более плотный и с черными укреплениями, то пчела, даже если сядет сюда, даже и на минуту, она не замерзнет. То, что ее соприкосновение малое будет, и она не будет примерзать к этому снегу. Так что решил я, еще вот вечером сегодня, все равно надо эту золу вывозить, выбрасывать куда-нибудь, то я решил ее порассыпать по пасеке, тут по огороду везде, то что пчелы садятся не только возле самих ульев, а они садятся, летят и могут и за 30 метров сесть, где хочешь. Даже на дом залетают, садятся на фронтон. Ну там я не переживаю, там дерево теплое будет. Тут вот тоже на постройке, на старые будут садиться. С крыши, конечно, снег не мешало бы позагребать этот. К чему я это говорю? Потому что у нас будет тепло, передаюсь. Вот с этой недели, с выходных, начнется уже плюс 3, плюс 2 так днем. Ну, ночью еще там мороз до 7. А потом уже после выходных, на следующей неделе, это у нас, кажется, сегодня 16 февраля у нас, 2021 год. И вот на этой неделе, после 16 февраля, что будут выходные, передают до плюс 5, а на следующей неделе, на середине уже продлили прогноз, гляжу, плюс 10 днем, ночью плюс 5. Так что я решил все чисто тут сейчас позасыпаю этот снег, с крыши, может, тоже на крышу сыпану, он там быстро растанет. Пчелы будут вылетать, вот там пчелы в улье есть, тут троху пропали, тут вот есть. Тут пчелы, они будут лететь, садиться на крыши на шифер. Шифер под наклоном, если будет солнечная погода, на то тепло, что передают, то будет нагрет, и он хорошо будет садиться. Короче, не это, не пропадусь. Так что все свободное вокруг, я сейчас позасыпаю золой этой. Это брикетная, я сейчас посыпаю. Брикетная зола с этого, с торфа, торфобрикет. И вот залезал в хурму свою, посмотрел, что тут родится. Видно, вверх-то немного примерз, инеем при этом его. Видно. Вчера показывал, вчера снимал, что как бы примерзло. Ну, вроде живая. Ну, посмотрим. Ну, оно буквально сантиметров туда 50, вот видно. Инеем покрытая была. Сверху-то мороз был. Еще не ночью было 16, наверное, мой боль даже. Ну, сейчас ночью глядел, 2 почти было. 16 градусов. А снизу туда, там листьям обкрыто вокруг пленки оно, потом снег плотно лежит, то снизу не видно, чтоб замерзло. Когда было 25, то примерзло троху, а сейчас оттаяло и там хорошо. Я открываю так уже, чтобы вентиляция была, чтобы Иней не намерзал. Вот вчерашняя посыпка наша, этот тут уголочек таки получается у меня. Тут тепло больше, солнце хорошо светит, открыто все кругом. Вон видно луна где-то возле ветки. Вот так вот. Не знаю, на камеру видно, не она. Молодик уже, растущая, выгнутая в правую сторону. Если четку поставить, R будет буква растущая. Когда выгнутая и ставишь черточку, и U получается, это убывающая. В ту сторону R. А когда будем в обратную уже и ставишь черточку, получается буква У. Так что на молодик
будет тепло на полнолуние. Уже будет где-то, ну, через неделю, да? Получается, вот у нас вчера посыпал такое же время, и тут уже снега видно. Сошло нормально. Ну, для суток одних нормально. Там возле улья вот больше такое пятно. Видно, и там выездено хорошо, такая вот дорожка засыпана. Я сейчас еще поподсыпаю, похожу. Подсыплю конкретно так его, чтобы слой мяг был больше таким темным. Чем больше темный слой, тем больше проедая снег. Видно. При том, что еще щелочь содержится в этой золе. Пепель, то древесном, даже в брикетном, то она быстро будет разъедать. Вот буквально сыпанул час назад. Уже тоже проело. Хотя на улице морозы, солнце сюда мало попадает. Но все равно проедает. Так что я сейчас еще дополнительно все это вокруг засыплю. К чему я этот ролик снимаю? Вот я сегодня выложил вчерашний, что снимал. У меня ноутбук старый, уже 12 год. Может, ему самому уже и 20. То он медленно сильно грузит. Старый ноутбук, то 20-минутное видео сутки грузило. Так что я сегодня снимаю, завтра вылаживаю, называется. И вот я вчера посыпал, сказал, что сегодня сниму результаты. Видно. На этой вот куче компоста нашего уже конкретно все выело. Даже уже показали сегодня трава с навоза этого, с гнилой травы. Трава показалась, уже вода капает полностью. И там начало он выедать. Если будет не солнце днем, хоть и мороз, но главное, чтобы солнце, думаю, еще больше этот снег упадет. Ну, снега тут у нас вот получается. Это сбитый. На дорожке. Я вот так прочистил, с большего ходить. А это вот посыпка наша. Такая. Сейчас покажу. Это брикетный торф. Это торф пепел. С брикета старфяного. Рассыпаю я уже не так, что хожу по этим. То вчера экономил немного. А сейчас беру просто. И резко с размаха. Ну а за этим совком не услежу камерой. Резко дергать надо. И с размаха сейчас, смотрите, так вот. Хопа, и пошло облако пыли. Получается. Ну, это одной рукой, да, с камерой неудобно замахнуться. Чтоб веером так. А у меня получилось, вот тут видно, это один совочек разбросанный. Веером так. Хопась резко, и все, пошло. Засыпало. А пыль мелкая, дальше он приседает такими полосами. Тут надо конкретно засыпать, потому что у меня и тут пчелы, и тут пчелы, и тут вот пчелы, и тут пчелы, и там пчелы. А снега тут выше колен получается намело, сугробы. Видно, вот сугроб, 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 и под ульем вот дыра такая. Конкретно замело этим циклоном, или как его там говорили. Ну, сейчас еще, если за сутки столько растало, думаю, до следующей недели, до середины, да еще вот теперь на выходные будет, плюс 3, плюс 5, то пчелы не полезут в такую температуру летать. А вот уже плюс 10, думаю, начнут вылазить, если будет солнце. Они у меня на север летками стоят, там получается юг, буду рукой показывать, там юг у нас, там восток. Там получается север, а там запад. И мне стоять летками на север. Весной то при облете не очень хорошо, как бы сказать. А вот летом, когда солнце в зените до печи, а у них тут тень получается с этой стороны, то они даже лучше и за взятком летают днем. Того летают, что получается тень, и меньше надо затраты на вентиляцию улья. Если на улице солнце и плюс 30. И они все не получаются. Ну, весной облет, можно сказать, если семья там не больная, не заматозывает, да, не беспокойные пчелы, без расплода, то даже лучше тоже весной, что на север стоят. Того лучше, что не вылазить при первом солнце,
при плюс 2, там при плюс 5 летать уже быстрее. Так, если на юг стоит летками, солнце прогревает и не вылазит, а на север не вылазит, если все нормально в семье, только уже когда на улице плюс 10 пошло и уже тепло, как бы с улицы прогревая воздух внутрь, воздух теплый. Не просто, что солнце в литок светит, там до стенки нагревается, а полностью воздух уже теплый, так они вылазят, когда на север летками. Так, там поставил один улей на юг, то снег вокруг, а они лезут летать. Хотя более-менее нормальная семья была, не беспокойная. А что на север стояло, начало все облетываться только уже когда стабильное тепло пошло. Ну, хорошо зимующая семья так и облетывается, то как уже стабильное тепло. Сосулька такая на улье. Это тут пропали пчелы. Наверное, полметра. О, длиннющие сосульки эти. Опа! Заткнулась. Ну, дайте подойдем. Да. Ой, бляха, споткнусь. Подойдем, глянем, что тут. Да, я сюда ставлю, когда минус 15 было, баночку меда жидкого. И это потолочину поправил, подняло дугой. Видно, замерзший леток. А, я не буду особо колупаться. Хотя бы все прочистить, конечно, не мешало, чтобы вентиляция была. Ладно, хватит с их вентиляции. Ну, вроде бы живые, раз иней на летках, то живые на верхних. Тут тоже иней есть. Это тут у нас Бакфас в третьем поколении. Ну, в этом году моторой отпускали, так уже в четвертом. Вроде бы живые пчелы. Тут глядел, тоже живые. Сейчас гляну эти вот два улья. Я на их внимание не обращал так сильно. Тоже иней полный леток. Живые. А тут-то замело у нас. Ой, синички. Синички нижний леток конкретно открыли. Ну что, я сейчас пойду возьму да открою. Видно, снегом замело и пошел полный леток. Может, пропали уже. Что-то они навылазили. Сейчас я стукну по улью, да ухо проложу. Даже и стукать не надо, гудуть, короче. Прочистил я им литки верхние, тут на 18, наверное, не всего лишь так сильно инеем забивается. Когда на 25 литок просверлены, хоть и большие, но он инеем не забивается зимой. Получается, вокруг иней, а внутри отверстие остается. А с малым диаметром. Ой, тут совсем замерз лед, потек с верхнего летка. Видно. Надо веточку взять такую. Ладно. Не буду беспокоить их. Сейчас пойду еще наберу золы этой пепела, да попосыпаю. Тут посыплю. Тут, думаю, засыпать там. Ветер у нас оттуда на меня так дует. Получается север, восток, северо-восточный. То буду сыпать оттуда эти, где облако пыли сюда сходит так. Засыплю все. И до середины следующей недели, думаю, снега мало останется. Если и будет, то на земле самой. Ну что, лопатой помогу до земли прошкрабаться. Уже там, когда до земли дойдешь, так можно этой землей посыпать даже, чтобы расставало. Буду заканчивать. Кому было интересно, пишите комментарии. Постараюсь ответить. Это я не первый год таким способом пользуюсь. Просто снега не было. Но все время стараюсь весной рано перед облетом, если он предвидится, посыпать снег, чтобы пчелы могли сесть и не пропадали. Он даже вот есть здесь этот. Так я уже не раз я это сказал. Выедается вот этот пепел, снег. Он так и жесткий становится.
И тогда уже пчела садится, и она может всего взлететь. По сравнению вот с такого снега пчела, видно, рыхлый, який, мелкий. Она садится и уже прогрузает, и обкачивается в снег и пропадает. А с такого взлетает. Так что у кого пасеки небольшие такие, хороший способ. Посыпайте. Пчела, даже если вылетит, то она не пропадет на этом. Хоть и грязно выглядит, но зато эффективно. Ладно, я заканчиваю. Всем удачи. До свидания.